Наиболее усердные и исполнительные сотрудники награждены руководством Ильичевского порта. 16 человек получили благодарности и столько же почетные грамоты. В честь Дня независимости особо трудолюбивым портовикам вручили денежное вознаграждение. Мы должны быть свободны в своих делах для того, чтобы улучшать свою жизнь и быть счастливыми в будущем нашей стране. Пожелаю вам всем. И всем украинцам добра, счастья и мирного неба. Это первая награда от имени нашего уважаемого губернатора, поэтому, значит, считайте, что это вы, значит, с вас начался почин. Именно благодаря этим людям Ильичевский порт стал примером стабильности и активного развития. Анатолий Федорович работает здесь уже 57 лет. Вспоминает, как приехал в Ильичевск после армии. Встреча с тогдашним начальником порта определила дальнейшую судьбу Анатолия Ротаря. Работая в Ильичевском морском торговом порту, мужчина получил два ордена, связанных с трудовой деятельностью. Сегодня у меня их два ордена Ленина, трудового красного знамени, золотая звезда, связана с портом. Все это я получил в Ильичевском порту. Благодаря моему труду, благодаря покойной супруге. Она тоже немало лет вложила в это дело все. А вот Оксана Исаенко пришла трудиться в порт, когда ей было 20. С тех пор прошло столько же лет работы в Ильичевском порту. За эти годы награда в честь Дня независимости для Оксаны первая. Я очень благодарна судьбе, что я попала в этот коллектив, что у нас очень хороший дружный коллектив. У нас и взаимопонимание, и выручка. У нас все хорошо. Вклад ильичевских портовиков в развитие отрасли оценило и Министерство инфраструктуры. По случаю Дня независимости Украины благодарности получили 7 работников порта, а четверо награждены грамотами Одесского облсовета. Ольга Кетик, Думская ТВ.